Тема урока «Квадрат и куб числа». На этом уроке вы узнаете, что такое квадрат числа и куб числа, а также познакомитесь с таблицами квадратов и кубов первых 10 натуральных чисел. Давайте рассмотрим произведение. 5 умножить на 5. Получится 25. Оказывается, это произведение можно записать иначе. 5 в степени 2, или, как говорят, 5 в квадрате. Запись эта выглядит следующим образом. Пишется число 5, а число 2 записывается чуть в меньшем размере и в правом верхнем углу. Вот так. В буквенном выражении произведение А на А называют квадратом числа А и обозначают А в квадрате. Итак, А умножить на А равно А в квадрате. Например, 12 в квадрате равно 12 умножить на 12 равно 144. Перед вами таблица квадратов первых 10 натуральных чисел. Из нее мы видим, что 1 в квадрате будет 1, 2 в квадрате 4, 3 в квадрате 9, 4 в квадрате 16, 5 в квадрате 25, 6 в квадрате 36, 7 в квадрате 49, 8 в квадрате 64, 9 в квадрате 81, 10 в квадрате 100. Этой таблицей очень удобно пользоваться при решении следующих заданий. Задание номер 1. Найдите значение выражения 9 в квадрате минус 3 в квадрате. Для нахождения значения данного выражения необходимо воспользоваться следующим правилом. Если в числовое выражение входят квадраты чисел, то их значения вычисляют до выполнения остальных действий. Итак, первое действие. 9 в квадрате равно 81. Второе действие. 3 в квадрате равно 9. Третье действие. 81 минус 9 равно 72. Ответ. Значение выражения равно 72. Задание номер 2. Найдите значение выражения. 4 плюс 3, все это в квадрате, минус 8. Здесь первое действие в скобках. 4 плюс 3 равно 7. Второе действие 7 в квадрате будет 49. Третье действие 49 минус 8 равно 41. Ответ. Значение выражения равно 41. Переходим к следующему понятию. Куб числа. Произведение 5 умножить на 5 умножить на 5 называют кубом числа 5 и обозначают следующим образом. Читается такая запись. 5 в кубе. Итак, произведение А умножить на А умножить на А называют кубом числа А и обозначают А в кубе. Например, 9 в кубе равно 9 умножить на 9 умножить на 9 равно 729. Как и в случае с квадратами, существует таблица кубов первых 10 натуральных чисел. Она имеет следующий вид. 1 в кубе равно 1. 2 в кубе равно 8. 3 в кубе равно 27. 4 в кубе равно 64. 5 в кубе равно 125. 6 в кубе равно 216. 7 в кубе равно 343, 8 в кубе равно 512, 9 в кубе равно 729, 10 в кубе равно 1000. Давайте выполним несколько заданий с использованием данной таблицы. Задание первое. Найдите корень уравнения. X в кубе равно 216. Из таблицы видно, что 6 в кубе равно 216. Значит, корень уравнения x равен 6. Ответ x равен 6. Задание второе. Найдите значение выражения. 8 в кубе плюс 11. Здесь, как и в случае с квадратами чисел, воспользуемся правилом. Если в числовое выражение входят кубы чисел,
то их значение вычисляют до выполнения остальных действий. Поэтому первое действие 8 в кубе равно 512. Второе действие 512 плюс 11 равно 523. Ответ 523. Таким образом, на этом уроке вы узнали, что такое квадрат числа и куб числа, а также познакомились с таблицами квадратов и кубов первых 10 натуральных чисел. Кроме того, получили правила для нахождения значения числового выражения. Если в числовое выражение входят квадраты и кубы чисел, то их значения вычисляют до выполнения остальных действий. We'll be right back.